Привет, народ! Меняем щетки на Ланосе. Щетки, дворники. Готовимся к зиме. К зимовке. Мои уже старенькие. Пыль, грязь, воду они не вытирают, так как должным образом. Так что меняем. Для того, чтобы поменять, сначала надо узнать, какие у вас стоят, длину. Надо взять рулеточку и померить, какие они у вас по длине. У меня 480, 480 миллиметров, 48 сантиметров. Или если перевести в дюймы, 19 дюймов. Есть огромный выбор в различных магазинах, в зависимости от региона или города, в котором вы проживаете, или где вы будете покупать. Можно поинтересоваться, подобрать, выбрать, купить, и там дело уже за вами, быстренько их поставить. Замена займет максимум 5 минут. Ну, вот так. На каждой упаковочке есть размер. В дюймах, в миллиметрах, в сантиметрах есть характеристики различного рода. Это все просто, легко и быстро можно определить. Есть, ставят щетки подлиннее, но это уже индивидуальный выбор, надо как бы смотреть, чтобы не промахнуться. Я взял вот такие простенькие щеточки, всяких наворотов. В дополнение идут крепления, может быть такое, что идут без крепления, надо спрашивать у продавцов или смотреть самому. Можно заменить вот эту вот саму резинку, которая стирается, вся наша грязюка с лобовухи, но я решил поменять щетки сами. Но резинку поменять будет дешевле, конечно. Я поменял щеточки, кому как удобно. У меня они уже свою отработали, я решил на зиму. Перед тем, как будете менять под рычаг или держатель щетки, вот этот, надо подложить что-то, потому что вдруг соскочит, может разбить, ну разбить, не разбить, но треснуть. Или, я не знаю, повредить, скажем так, лобовое стекло может. И для того, чтобы во избежание всего этого, надо нам туда что-то подложить, чтобы все было четенько. И нажимаем на вот этот пластмассовый язычок, чтобы он вышел из места своего, места своей фиксации. И вдавливаем вниз щетку, и она легко снимается. Там есть разные крепления, в каждой коробочке, в упаковочке есть инструкция, как крепить саму щетку. Ничего там сложного нет. Сняли, вот сюда надавили, сняли. Она уже не держит свою форму, она провисает у нас наружу. Выпуклость, ну то есть выпуклости нет уже. Есть только в обратную сторону. На новой впуклость, на старой выпуклость. Да. Ну и на второй так же самое все сняли. Вот инструкция, как за наш крючок крепить нашу. Вот их модификации, какие они есть. Вставляем до щелчка.
ходят немножко туговато, потому что новые, ну, это все дело времени. Нам особо и не надо, чтобы они... Все разработается, все. Убираем, ставим еще одну и будем проверять, как же ж у нас лобовуху вытрет или не вытрет. Вот, уже уходит у нас потуже, так прям. Всё, сейчас посмотрим, красота или ляпота, или так себе, быть или не быть. Что мы имеем? Красота, красотища просто. Все вытирается. Все красиво, ничего у нас лишнего на лобовом не остается. Все у нас чистенько. Это я понимаю. Красота!